Всех приветствую. Выходной день. У нас бонусы. И на бонусы, кто хотели сушилку, но сушилку решили не брать. Ну, вот эти штуки тоже хорошие. А решили взять гриль на углях. И сегодня как раз у зяти день рождения, и испробуем такой гриль. Сначала хотели этот, но эта крышка тяжеловато будет, да, постоянно ее. Хоть и с термометром. Да, этот удобный, откинула, а эта крышка не откидывается. Лучше вот этот, да? Хороший и недорогой. Да? Чуть-чуть углей, все. И только она выставляется ровно, почему-то наклонно, да? Не знаю, может, надо спросить, будет выставляется. Потому что этот гриль ровно стоит, а этот наклонно. Вот это надо уточнить. Вот это, да, момент? Нет. Он там. А почему, интересно, так он стоит? А этот, видишь? Это как казан прямо. Видишь, две позиции у него, да? Это снизу ты тогда. Что снизу? Нет, ты что, вот. А, ну да, а получается, да? Да, это снизу ты делаешь. Нет, туда падает. Туда падает, да, уголь, ага. Этот, угу. Туда тоже хорошая, да? 10 тысяч разница. Скидка идет, тем более. Это вообще летом, да, надо взять на улицу, да? Хорошая. Летом они дороже будут стоить. Вот надо спросить, почему он так в наклонном, или так он, это, меняется ли положение у него? Не меняется? А вообще вот этот рахеля на налогерек, я? Хорошо? Чем тот, да? Вот этот надо на лето, да? Ну, девушка, а подскажите, пожалуйста, вот он как бы в наклонном положении. Он так сам устанавливается или там можно отрегулировать? Видите, он получается в наклонном как бы состоянии. Потому что те ровно стоят. Это насколько нужно пить? Столько, что такие огромные. Ну-ка вот, доча, по встанью. Ого, ужас, бутылка. Это сколько литров? 10, да? 91 тысяча, 69, 60 тысяч. 4,5? Ого, ведро, да? Ага. Ужас. Вот эти вот. Да, виски. Коньяк. Нет, это виски, да. Ой, кошмар, бутыли, да? Да уж. Цветочек отрезала. Всем привет снова. Здрасте. Так, это молоко, все убираем. Это сыр. Так, сейчас курицу моем. Бедра, шмедра. Все это маринуем, убираем. Моем. Ой. И маринуем чеснок, паприка, туда-сюда и все такое. И значит что? И все. И потом будем в духовку. В духовку и картошку. Не смотрите на мой маникюр. Ужасен. Он ужасен. Так, что еще? Что еще? Что еще? Так, это значит на молоко. Это сыр будем делать. Не знаю, хотела... хотела сделать бургеры. Булочек не нашла, надо будет для бургера за булочками ехать. Не было, в один магазин зашла. Это те листья салата взяли. Пусть будут нужны. Так, это что-то не падает. Переростки. Так, это все сейчас уберем. Это что? Так, батон нужен. Так. Это трава для кошек. Будем выращивать, отращивать. Все это нужно. Не падайте. Не падайте, прошу. Так, зря вытащила с этого целлофана. Зря. Опрометчивый поступок совершила, удалив его с пакета. Отличная технология Казахстана. Угу. Свежая зелень. Баунгук. Очень хорошо, по-моему, Степногорск.
производит, выращивает. Степногорск пусть еще что-нибудь выращивает другое. Разные миксы салатов. А может и выращивают, я не знаю. Так. Значит, сегодня будут сосиски, планируем на гриле. Капуста морская с яйцами. Сделаю салат. Оливье еще раз. У зятя день рождения. Так, это тоже пекинский. Сделаем что-то такое, салат. Так. Просто тоже в семейном кругу лук. Просто один купила, потому что мне нужен вот красный лук. Один. Так. Лепешки. Думаю, что с лепешками поступлю. Наверное, на гриле их как-то там обжарим. Может быть, гриль, кстати, взяли. Будем опробовать. Гриль на углях. Молоко домик в деревне. Хорошее молоко. Так, и что дальше? Все. И приступим к делам. Так, снова обзор, обзор покупки гриля. Гриля. Так, это наш гриль. Сейчас посмотрим. Гриля. Так, уберем. Это крышка гриля. Значит, температурный режим. Все есть. Угу. Видно, не видно. Сейчас. Угу. Так, это решетка гриля. Детали. Так, получается, вот этот крючок. Все. Вот этот вот крючок, он регулирует, закрыт, открыт. Угу. Все, понятно. Можем закрыть так и можем открыть на какую нужно, короче говоря, на какое надо. Режим чего-то. Так, теперь сейчас соберу это все. Ножки еще есть. На ножки поставлю и покажу, как же он выглядит.
Так, что продолжаем, да? Такие лепешки. Сейчас грею. Разогрела, развела. Буду пополам, наверное, делить. И буду... Еще сосиски надо сделать. И буду жарить. Так. Сейчас посмотрим. Вот надо эту штуковину тоже жарить. Вот сейчас. Вот так сделаем. Вот так. Сейчас лук замариную в уксусе. И будет как на шашлык. Да, без шляпки. Вот сделаем. Шляпка. Нет, шляпкой. Шляпка. Шляпка там должна остаться. Потому что здесь должно быть. Так. Так, значит, все. Две лепешки приготовим. Наверное, хватит нам. Думаю, не смотрите на мой маникюр, он ужасен. Надо делать. Некогда. Все, все эти дела бесконечные. Раб кухни. Так, все, лепешки приготовили. Что будем делать? Хочу лук замариновать. Сейчас его выпишем. Надо залить. Завелась, да? Угу. Это сюда и маринуем, да? Просто здесь замариную и все. Вот так. Немного воды и уксуса. И уксус. Вот и все. Яблочный у меня. Вот и весь маринад. Маринуется. И сейчас что сделаю? Угу. Все, пусть стоит так. Все, сюда лепешку. Такая прелесть получается. На улице мороз, а мы жарим. Вот так хочется запаха такого жареного. Ага, здесь где-то ага, сосиски. Ух. Угу. Все, закрываю, пусть все доготавливается.
Итак, готовы на гриле. Пожарила такие вот вкусные, хрустящие лепешки.